Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и сегодня мы начинаем играть в Remember Me. Понеслась. Итак, прежде чем начать, я хочу сказать пару слов по поводу того, чего я жду от этой игры. А именно, это что-то будет Devil May Cry с помесью киберстилистики. Сами знаете, да, насколько я обожаю этот стиль. Так что, блин, я просто обязан был взять и пройти эту игру. Кстати, что касается киберстилистики и музыки. Ребята, как вы знаете, прошлое Capcom очень неплохо потрудилось над своими треками в играх. Я думаю, что именно этому нужно уделить особое внимание. В игре будет обалденная музыка, по крайней мере, как мне сказали. Но, помимо всего прочего, я также слышал очень много отрицательных отзывов. Говорят, игра очень уныла. Ну, блин, не знаю, я буду судить непредвзято. И что ж, охотница за воспоминаниями. Начнем с сагу... Так, секунду. Террористка? Тонкий юмор. Эротическая террористка. Поехали! After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. I can still feel the nails of his fingers digging into mine, you know? The first night he said to me, let's share our memories. I remember I was sort of afraid, but then he smiled and we hit the switch together and then I felt everything. Oh, for the first time, I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. For the last 3 years, every day has been our first day. The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son, but I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life. Good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband lives on. Here and here. Да, я так понял, это был рекламный ролик. Устройство, которое типа вот за спиной память хранит и передает. Классно. Важная информация о противниках сохраняется в разделе «Дневник». Хорошо. Как бы... Да. Ё-моё. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Nellin. What year? What did you say? Nellin. Damn. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, Doctor. По
то девчонку тираните, черни потлатые. Ну ладно. Будем разбираться постепенно, что же с нами такое творится. По крайней мере, я так понимаю, Нилин не забыла, что ее зовут Нилин. Не хочу. Ну и смотрю я по сторонам такой, значит, и вижу вот этот. Черт возьми. Да, нас хорошенько так ушатало. Мы находились, кстати, до этого, по всей видимости, в какой-то камере. Нас держали в заперти, возможно, даже допрашивали. Информацию, которую у нас просто выдернули, наверное, была очень-очень важной. А теперь, если вот так усложить все догадки, мы агент какого-то, какой-то корпорации, которая охотится за воспоминаниями, и при всем при этом собираем эти воспоминания и... У нас их ее выкачивают. Фигово. Ну ладно. Окей. Давайте пройдем по оранжевой дорожке. Повезло нам. Неизвестный. Так, до нас пытается достучаться какой-то неизвестный. Любопытненько. Графика, конечно, я вам скажу, не next-геновая, прям так, чтобы... Весьма так мало полигонально. Кто там все пытается с нами установить контакт? Что-то не так. Что вообще вокруг происходит, непонятно. О, мы не одни такие. Судя по всему. О, ё-моё. Это ни хрена не весело. Эй, а у нас разве уже не забрали всю память, которая была? Так, до нас кто-то дозвонился. Can you hear me? Yes. They're about to wipe your brain now. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Who are you? I'm the voice you have to listen to if you want to live. Окей. Don't leave me alone. Куда же мне бежать-то надо будет? Так, саботаж. Nila, the large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensen. I'll feel it. The door. Go under it now. Так, ладно, потихонечку, пока никто не видит. Сваливаем. Как бы эта штука нас не раздавила нафиг. Заслонка-то большая, тяжелая. Так, это там кто такие? Да, большой. Ладно, что дальше? Голос, где ты там? Скажи, что делать дальше. Ну-ка, давайте подойдем к этому роботу. Выглядит громоздко. Не хотелось бы с таким в открытом бою встретиться. По крайней мере, пока. Оперативная единица. О, тетю. Да ладно! Иди-ка ты!
Федя, нахрен. О, найс, зубки. О, тю-тю-тю. Ой, нет, нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как от тебя убежать-то? Охренеть. Не-не-не-не, не хочу. Заслонка, заслонка. Нет, не пустилось. Жаль. Так. Так, спаслись, хорошо. Get up. You've got to keep going. Хорошо, хорошо. Будем идти дальше. Так. Что самое интересное, в Стиме нет русской озвучки, как ни странно. Меня это даже удивило как-то. Игру, в принципе, ждали. Так. You're almost there. Slide into a casket. Quickly. Так, это, наверное, уже обработанные куколки, если уж так называть. Блин, что творят с людьми? Осторожно, биологическая опасность. Хорошо. Но нужно отдать дань разработчикам, музыка действительно просто по канонам жанра. Что ж, интрижку не сохранили. Главное, мы помним имя. Сундук мертвеца. Nilan, are you okay? No, I need to get out of here. Get me out of here now! Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology. And the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilan. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. Трущобы 404. Что ж, весьма такое ничёшное вступление, скажу вам. Все весьма информативно. Эпизод первый. Бедная жизнь, низкие технологии. Трущобы. Да. Сначала нам покажут низкие технологии, что, на мой взгляд, будет, наверное, очень даже неплохими технологиями, а потом нас отправят в районы, где будут высокие технологии. Там я уж совсем обалдею, да? Ну да, как всегда, начинаем с низин. Так, это типа местные бомжи, да? О боже, какие они красавцы. Так, все понятно. Они промывают им мозг, а потом выкидывают как ненужный хлам. Они ничего не помнят, ничего не знают и просто вынуждены здесь умирать.
Everything's lost now. A new us. Fear. Tears and grins. Lost. Look! A new us! Pain shared now. Dark fear pain. Is lost now. Been searching long time now. Да, жуткая, конечно, картина, но они прямо, видно, выжигают голову. Как стирают. Гутен Морген! Sister, meet. How about friend? I'm not part of your tribe. Is that it? Так. Ага, они не нас не приняли. Нехорошие мы. Так. Окей. I don't want to fight you. You're gonna have to, Nil, and these guys will kill you. Use your presence. Так. Ладно. Сенсис. И вот, в общем, наше меню нашего затыльничного устройства. Сенсис. Окей, надо запомнить. Лаборатория связок. Что мы здесь имеем? По ходу игры вы будете открывать ранее забытые боевые приемы. Открытые приемы можно использовать в связках. Хорошо. Обратите внимание, что первую ячейку в связке изменить нельзя. Хорошо. Понял. Последовательность нажатия кнопок связки определена заранее и неизменно. Силовые приемы наносят дополнительный урон и пробивают защиту. Составьте связку из трех ударов, используя оба силовых приема, чтобы... Что вспомнил Нилин? Так, понятно. Выберите прием при помощи вверх, вниз, влево, право. Нажмите Enter, чтобы подтвердить. Так. Ну, допустим. Теперь при помощи вверх, вниз, вправо выберите ячейку связи, в которую хотите поместить прием, и нажмите... Так. Понял. Ага. Сделайте то же самое с последней ячейкой связки. Готово, у вас получилась связка из трех ударов с использованием силовых приемов. Спасибо. Наносите очередной удар, когда предыдущий попадает в цель. Ну, блин, собственно, я думаю, все вполне интуитивно понятно. Посмотрим, как это будет работать на деле. Опа, опа. Ладно, динамическое отображение связок позволяет видеть в реальном времени кнопки, которые вы нажимаете для выполнения связок. Так. Ребята, идите нафиг. О, мы у них еще и воспоминания забираем. Иди сюда, иди. Так, ну пока что основы боя выучены. What are they? Leapers. Miserable cast-offs left to rot in the depths of Neo-Paris. Miserable? Monstrous, more like. They are the abandoned children of our Sen-Sen age. Simply humans, like you or I. But cast as shadows of our shame. Something we are meant to fear. Another justification for the errorist cause. Who's that? Так, кто-то видел, что мы здесь были. Так, ну-ка иди сюда, дружище. Так, вот походу... Да, это вот этот парнишка с нами сейчас контакт ведет. Как интересно. Так, ладно, двигаем дальше. Что у нас тут? Аптечечка? Глядишь, да. Глядишь, нет. О, фу, блин. Окей, you need to get out of here. Go find Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of slum 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions as and when. Так, ладно, сваливаем с свалки. Вообще, когда первый раз услышал о Remember Me, ее показывали так, будто это будет что-то вроде GTA подобное в киберпанк обвертки, в общем, GTA. Но, блин. После того, как я узнал, что игру делали Capcom, нифига такого еще даже и ждать не стоило. Я так понимаю, что все ясно тут. Ага, во.
Отлично, нас уже ищут. Эйдж, значит, наш замечательный союзник, он нам пока будет все рассказывать, показывать. Так. Ладно, вот так, значит, нам показывают цель, куда нужно будет идти. Да, графоном игра явно не хвастается. Ну, это дебют этой игры, так что, в принципе, и жаловаться грех. Так, Новый Париж. Да. Выглядит прикольно. Мне это чем-то напомнило Анахронокс игру 2002 года выпуска. Edge. Who is this Tommy guy? Tommy was your closest friend, a former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404, the leaking brain. You can't miss it. Так, до бара мозговая течь. Ладно, давай найдем мозговую течь. Бар. Кстати говоря, вот можно было заметить... О, вкусненькое нашли. Памятка достопримечательности. Давайте посмотрим, что, как вообще это выполнено хоть. Обучение, информация о врагах, воспоминания из мнемопедии. Мнемопедию. Так. Основание Новопарижа, 2053 год. Достопримечательности. Можно смело утверждать, что Нимфея, наиболее известный боевой корабль, превращенный в больницу, находящийся на нем медицинский центр по лечению расстройств памяти, который руководит доктор Себастьян Куэйт, всего за несколько лет снискал всемирную известность. По всей видимости, вот здесь-то и будет разворачиваться в дальнейшем событие. А, ладно. Так, тут у нас кто-то живой, он на нас смотрит. Выглядит весьма так жутковато. Или он мертвый? Непонятно. Но что самое интересное, обратите внимание, как у нас выглядит вот этот вот Сенсина вот это. И как у него. То есть у нас еще вроде более-менее с рассудком все в порядке, если можно хоть как-то так определять. Трущобы. Так, сзади уже какое-то предупреждение про лупырей этих. Food served all day at the Leaky Brain. Today's specials. Crunchy crab cake a la Tommy. Блюдо дня, хрустящие крабы. Томми. Томми? Эй, стой, я хочу! Стой! Хочу! Иди сюда! О, эти твари повсюду. Но они нас боятся, по всей видимости. А может и нет. Слабенькие твари. Эй, иди сюда! Хочу похавать твое блюдо. Да, нуарчик в этом есть. Cyber Noir. Полезли. Эй, ты стой, тумать! Куда делся? Так, что у нас здесь? Юристы ставят для вас тайники. Внимательно изучи схему и найдите указанное место где-то поблизости. Окей. Может, этот чувак? Значит, что-то вроде подсказоньки, где он может спрятать для нас добро. Просто фотография. И подсвеченное место. Where are all the people? А, вот здесь. Сад пластырь. Соберите 5 пластырей, не успел прочитать. Что-то там, видать, откроется для нас. Эй! Ладно, фиг с ними. Пробил назад. Ну, я думаю, это, в принципе, на... интуитивном, понятном языке жестов должно быть
Ну давай, спрыгивай. Оп. Так, а что тут у нас такое? Воу! Так, ваше здоровье на исходе. Нажмите так, чтобы открыть меню Сенсиса. Так, началось. Ага, у нас есть связка из 5 ударов. Стал также доступен новый вид приемов, регенерирующие. Когда Нелина выполняет регенерирующий прием, ее здоровье восстанавливается. Измените свои связки, используя новые приемы. А вот тут уже наконец-то врубается режим «Сделай так, как хочешь». Так, выбираем, допустим, лечащую. И пинок лечащий, а потом какой-нибудь удар. И вот так вот, в принципе, и комбинируется все это добро. Прием уже используется, он будет убран из своей ячейки. Продолжить, да... Пук. Хорошо, сделаем такой полноценный. Вообще, по-хорошему... Так, ага. Выполнение связок. Наносите очередный удар, когда... Понял. Вы мне только вот что скажите. Вот сюда мне надо вот поставить. Вот, короче, где-то тут. Прием недоступен. Ладно. В общем, разберемся по ходу дела. Связку... Знаете, это больше напоминает какую-то аркаду. Оп, 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 оп. Нас убили. Окей. Привыкнем, привыкнем. Выполните связку. Ну, получай, твою мать, получай, получай, вонючка. Хотя нет. Пока разберешься с долбанным управлением, сдохнешь уже раз 20. Так. Удар ногой, удар ногой. Пошел вон. На, на. Так, ну кажется, я уже начинаю понимать все происходящее. Но... Немножко щекотит тот факт, что у меня высокий уровень сложности, а так вот... Оп, оп, оп. А, больно, слушай. Ваш ёлька ты нафиг. Оп, оп. Ну, пока выглядит все вроде более-менее неплохо. Я понимаю, что, в принципе, игру делали Capcom. То есть, стоит ждать, что по мере прохождения у нас появится все больше приемов и так далее, и выглядеть все это будет гораздо красивее и динамично, чем вот эта вот долбанная колотушка, фиг пойми, когда вы сдохнете. Так, иди сюда. Хватит скакать там, уроды. Оп, оп. Она и не устает, что самое интересное. Давай, давай, давай тебе. Так. Опыт. Блин, да они какие-то вообще ненормальные. Сколько вас долбить-то надо? А? Будь оно неладно. 4 удара, связка. Ха. Так, за каждую связку, значит, у нас сменяется музычка. Прикольненько. А, наносите очередной удар. Предыдущий попадет в цель. Так, понятно. Ауч. Ну как понятно? Относительно. Разберемся. Пум-пум. Сбил. Сбил, подонок. Хватит прыгать. Хватит прыгать! А, подонок! Так, может мне уже хватит здесь наяривать? Может нужно куда-то пойти? Или пока их всех не завалишь? Блин! Болючий урод! Ну что? Может хватит с вас, а?
Ну все. Господи! Вот назойливые попались. Не сказал бы, что она няшка. Ну, за меня. Или может просто свет не тот. Да, это одна из тех игр, в которую придется учиться играть. Ну, не сказал бы, что прям вообще дико тяжело научиться. Но нужно. Да, подонок, ты умрешь дважды, если будешь мне докучать. Так, внимание, сверху может какая-нибудь ерунда упасть. Так, а у нас здесь... Неплохо так, кстати, развивает визуальную память, скажем так. Если так подумать-то. Так, где там? А, понял, все. Окей. Дальше, наверное, все сложнее и сложнее будет. О, здорово! Ну чё, как оно? Чего? Чего? Чего с не так? Чё с вами не так, ублюдки? Оп! Один упал. На! Мить! Мити! Мити! Принимай просто! Последовательность ударов! Пес! Так, вы достигли порога ОПП и можете открыть новые приемы. А каждый раз, достигая порога ОПП, вы получите возможность открыть новые приемы. Ну давай! Так, сражаясь с Нелин, получается, которых можно открыть закрытые приемы. Нелин хватает, чтобы открыть новый прием. Придумайте, как можно использовать новый прием в более длинных и сильных связках. Приемы. Используйте, чтобы разблокировать прием. Ну, он тут один. Пока что можем разблокировать, где используешь. Да. Теперь создайте связку с использованием нового приема. Так, силовой прием наносит дополнительный урон. Теперь создайте связку с использованным. Ну, чем связка длиннее, тем она сильнее. Ну давай. Все? Готово? Готово. Сваливаем. Понял. Идем. Опасно. Опасность обрушения. О. Привет! Ты ублюдок! Иди-ка ты нафиг! Горячий пар, опасно. Понял. Ну давай! Ну что ты делаешь, почему? Урон-то наносится. С такой музыкой, блин, мне это уже начинает даже напоминать Принц Персии. Путь оно, неладно. Что там происходит? Там по-любому какой-то сильный такой большой дядя, которого придется сейчас одолеть. Так, это тот самый бар, что ли? Ё-моё! О, про этого дядю я так и понял. Шла речь. Здравствуйте, как у вас дела? Я тут мимо проходила, да? Слушайте, а у нее справа, как у Эцио, вообще как у Дезмонда, шрам на губе. Да, что-то с ним явно не то. Посмотрите на его только вот эту... Воу! Ты-ка это самое, это ух ты ж, ё-моё. На-ка тебе в дыню! Шлепан! Оп-оп! А нет, началось.
подсосники! Это что такое? Оу, живодёр намного сильнее, когда рядом находятся другие упыри, блин, ладно. Лепери. Ай. А вот это мне не очень понравилось. Блин, это, знаете, вам скажу, весьма будет интересно. Надо будет просто потренироваться, и все будет замечательно. Ты, иди-ка ты, отдыхай. А, смотрите, своих калечить тогом тоже могут. Так. А-а-а! Пёс! Осторожно. Прыгают ушлёпки. Так, лечащую комбу надо замутить, а то что-то как-то больновато. Мадерфакер. Или может просто нужно уворачиваться от их ударов, чтобы меня они не коцали. Ау. Ладно. Куда попали? Чё происходит? Вообще непонятно. Так. Пошёл нафиг! Паниш! Бэ! Блин, большой, тяжелый, падла, ненормальный хрен! Надоел! Хватит тут! Все, накидали, насовали. The leapers are attacking citizens. Leapers were citizens. All right. I'll believe you. Come on, move it. Tommy's waiting for you at the leaking brain. Мозговые течи. Что ж, думаю, на этом я эту часть прохождения закончу. Если вам понравилось, только посмотрите, какие у него обалденные белые тапочки. Чё, мода такая, видать. Да. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и всем тортик.